горячую воду. Люди не должны пить этих напитков вообще. Под это же дело нам бы хлебушка поджарить. Курочка закипела. Товарищ, тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь строить коммунизм. Привет, друзья! Это «Двое на кухне. Считай кота». Я Борис Волков, и сегодня в гостях на кухне у нас поэт и литератор Игорь Губерман. Игорь Миронович, здравствуйте! Здравствуйте, пожалуйста! Очень рад вас видеть!